Меня зовут Саша, и я рисую граффити, рисую мурализм. Начинал я рисовать в таком возрасте, как вы сейчас все находитесь. Завтра, послезавтра вы сможете к нам прийти, присоединиться и поучаствовать вместе с нами на рисуночке. Попробовать, кто захочет. То мы будем видеть вот то место, там, где накрасил ты. Приятно оставить свой отпечаток на школе, то месте, где ты учишься. Я теперь уже могу взять, и когда будет ремонт, и покрасить всю квартиру. Обалденно. Художником быть намного тяжело, мне кажется. Вот это надо очень сильно огромный труд покрасить одну только стену. Мне понравилось. Это тяжелая работа в некоторых местах. Но зато очень красивые рисунки получаются. Здравствуйте. Я бы хотел сказать вам всем большое спасибо, потому что мы этот рисунок создали благодаря всем вашим идеям. Я бы хотел поблагодарить детский фонд ЮНИСЕФ за предоставленную возможность. И сегодня вас ждет небольшой сюрприз. В каждой работе художник всегда оставляет автограф. И так как вы все присутствовали, все рисовали, и каждый из вас вложил часть себя в этот рисунок, я бы хотел, чтобы вы все оставили свой маленький автограф. А именно, я хочу, чтобы каждый из вас поставил ладошку.